Вот у нас сегодня какое число? Там написано. Ну, написано, там написано. Я не знаю, 22-е, что ли? Где оно? 23-е. 23-е. Вот. Люди спрашивают, внешне твой дом, и говорят, ознакомились. А как там? Вот заканчивают туалет. Видите, какой хороший. На два места. Большая яма, скрыта, недалеко, метров 20 всего. Теперь ты расскажи о внутреннем устройстве дома. Что там есть у тебя? Какая площадь? 9 на 9 это 80 квадратных метров. Так, это что, прихожая? Ну да, здесь, видимо, раньше отопление шло. Это отопление, это баня, да? А там баня, да. Это дровяник, и дальше идет баня. Ну, не будем баня. Смотреть, тут темновато. Света нет, электричества нет. Так, здесь полностью переслали пол, сороковка, обработали, лаки, все. Так, ну а здесь сделаете, видите как? Заходят, это то помещение большое, вот это первое. Тут стоит русская печь, тут загородка вверху для детей. Дети могут там играть, закрыл их, и они нужды никакой не имеют. Манеж. Вот это все ребята делали Калашников. Вот такие ребята все могут делать. А тут у них вниз к умывальнику горячая вода. И из колодца сделано, что не замерзает. И тут такая канализация. Все, мы только этим не пользуемся. Вот. Видите, как сделано капель. Капелем как обделано. Трубы везде идут. Там бачок вверху. Ну а тут... Труба промокала, маленько надо подремонтировать. И вот здесь тоже пришлось полностью менять лаги. Теперь пол все стоит на месте. И размеры мы не можем сказать, какие. Ну-ка шагами замери, сколько? Шагами по метру. Ну, где-то с половиной. Да? 4,5. А так? 3,5, да? 4. О, 4. А окна по 1,5 метра тут. Это не по 1,5, что я сказал? Это шторки такие я сделал. Ну, руками-то раскинь, сколько? Они больше метра. А? Больше метра. Больше метра. Да. Ну, понятно. Сколько я бы мог даже сказать. У меня мерка очень хорошая. Четверть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,20 м. Длина и ширина. Ну, обои тут, все тут. 13 лет хозяина не было. Видите, как капелем, как все пошло. А что означает три вьюшки? А? Три вьюшки что означает? Это означает русская печь. Где она? Вот она, русская печь идет. А это означает летний ход. А где задвижка? Вот не было здесь. Вот кто-то же делал это все, выдирал. Уж Потеряевки-то. Это можно найти. А вот это? Ну, это уже на полную закрыл, тогда обогрев идет. Она стенки у нее обогревает обратно. Я ее делал. Моя работа. Вспомни Шарикова. Эти даже под окнами. Везде все, везде кафелем. Вообще. Но это отдельно, куда не заходит. Так, отдельно. Закрыто еще? Верандочка. Верандочка еще здесь. Вот такая веранда хорошая, крытая, большая. Отдельно совершенный ход и вход из комнаты. Здесь вход на второй там этаж можно обделать, где голубятня. Ну и здесь сейчас новоселы вещи свои снесли. Вот так уже не показываю, чего тут. Видите, какая большая. Тут и обои сохранились, и все. О, какая комната большая. Царские хоромы, действительно. Вот тут все строится, поэтому вещи строительные. Видите, какие все стекла рифленые. Петр Григорьевич, хозяин, мастеровой человек. И ребята, не знаю, сколько их человек, 4 сына. Все мастеровые. Вот спрашивают, как внутри. Ну, внутри. А дальше-то там
конца края нету. Я не знаю, сколько, в несколько раз больше, чем дом. Там все это надо ремонтировать. И гараж тут же находится. Вот это, наверное, гараж и есть, да? Ну да, гараж. Вот он где. Ну тут не посветишь где. Все тут и баня, и все. Баня там. Ну вот спрашивали, что там, как внутри. Ну внутри как. Вот вверху ласточкино гнездо на трубе. Меня это интересует. Все. Ну ты доволен? Доволен. Ну еще больше и говорить-то. Довольный. Никита сейчас прошел по пасеке, где есть. Мы удивляемся, бывший хозяин Павел, какой трудяга был. Просто ужас. Там надо было мужиков 5 работать, а он один бы был. Держал столько коров, 3 лошади, баранов у него сколько было, цесарки, гуси там, я гуси-то не знаю, были, всякие, всящины у него. Один, притом один. Так, ну все тогда, благодарю. Уходим. Вот привезли доски. Городской человек ничего не знает. Каждая доска где-то 300 с чем-то рублей стоит. Почти 6 тысяч, 5 тысяч с чем-то кубометр. А в кубометре 21 доска. А Виктор проехал на мотоцикле. Вот показать, где вот это вот. Посмотрели пристройка. А с этой стороны такие же окна. А вот лопнуло где? Это то, что обложено кирпичом. Оказывается, дело не в фундаменте. Я-то сказала, меня поправили. О, остановился я. Моя голубятня номер 1. Вон они видны где, на окне везде. Голуби. Сейчас поить буду их. Принесу воды дополнительно. А рядом, это вот напротив скворечник, тут я живу. Рядом Надежда Васильевна, напротив ее Никита. Никита просто работник. Все бегом делает. Еще не знает, тут же научится. Видите, как для него не прошел год даром. Их надо, послушников, все, подошла Серафима, говорит, ты их одевай в рубище одевай. Чтобы они быстрые были везде, не жирели, а работали. Вот у нас и дорогу делали, добавили. Видишь как. Как все интересно в деревне. Вот сбоку только показывает, вот пристройка хозяйственная. Вот посмотрите, сколько она тянется, какой дом, и по сравнению с домом сколько. Ну, примерно как дом, это раза в 3 или в 4 линии. Это для скотины. Алексей идет. И также вот у Никиты, тут Павел был Тихонович. Дом какой занимает, так это примерно, ну, не меньше, как 2,5 пространства. Все, поглядели, во славу Божию.